Всем привет! Вы на канале Мои питомцы. И сегодня мы будем кормить улиток Ахатин. Темно еще здесь. Ну, для начала пробежимся по всем животным. Вот, улитки здесь такие большие. Вот видите, моя рука. С чем вам сравнить? Ну, давайте мы сравним с, например, давайте с монеткой. Вот такой. Одна гривна. Ну, вот такая. Так, пробежимся сначала по всем животным. Хомяк что-то рыет. Слышите? Кстати, я здесь нарыл туннель, здесь вот всякие разные выходы и входы. До него не проберешься никак. Точка здесь. И он там вот. О! Он там вот черепаха. Ну, черепаха здесь сидит. Сейчас мы будем их кормить. Для кормежки. Здесь, если что, вода. Вот в зеленой мисочке. А в красной будет еда. Ложим листья салата. И кабачок. Себе так. Потом берем кальций-смесь. Вот такая вот обычная кальций-смесь. В магазине покупаем. Откручиваем ее. Ну и буквально вот столько вот, ну, горочка вот такая, щепоточка, так сказать. Посыпаем на одну и на вторую, потому что улитки две, и нам нужно две порции же. Так, потом мы берем. Откроем хамарус. Такие пакеты. Вот. Давайте тебе подставочку. И посыпаем хамарусом все. Так. Убираем сюда. Давайте еще мел положим. Идем большаки. Так. Турбо пошел. Кстати, турбо и лизун — это мои любимые улитки. Они самые первые. Сейчас они попробуют гамарус. Давайте еще им подсыпем. Червячки такие, гамарус. Можно и улиткам, и черепахам давать их. Сейчас они начнут кушать. И что здесь за червяки? Они не видели таких червяков еще. Ну, если вам понравилось это видео, поставь лайки, подпишись на канал. Если вы хотите, чтобы я снял, как я меняю полностью улиткам, то давайте собираем. Давайте 50 просмотров. Это очень мало для канала. Это специально для следующего дня. У нас за один день набирается по 100 просмотров. Так что это мало. Так что, если вам понравилось это видео, как я уже говорил, ставь свой лайк и подписку на канал нажимай.
Всем до новых встреч. Пока-пока.